Первый кондиционер инверторный, серия «Стандарт». Отличается самым низким уровнем шума, достижимым в мире вообще. Это 19 дБ. Преимущество его в том, что его можно устанавливать на старые трубопроводы. То есть, если у вас стоит старый кондиционер на 22-м кладагенте, можно без фильтров, без замены магистралей поставить новый кондиционер Mitsubishi Electric. Отдельно хотелось бы сказать о системе фильтрации воздуха. Все кондиционеры Mitsubishi Electric оснащены полноразмерным антиоксидантным фильтром, который снижает концентрацию свободных радикалов в воздухе. Простым языком можно сказать, что такой фильтр удаляет из воздуха вещества, которые ускоряют процессы вашего старения. Этот же фильтр эффективно уничтожает болезнетворные бактерии и вирусы, ну такие как, например, вирус гриппа. Антиоксидантный фильтр каталитического действия имеет срок службы не менее 9 лет. Нужно сказать, что все кондиционеры с инверторным приводом Mitsubishi Electric работают также и на обогрев до минус 15 градусов Цельсия. В кондиционере класса «Стандарт» есть функция iSafe, которая позволяет поддерживать, скажем так, технологическую температуру в помещении плюс 10 градусов. Это так называемое дежурное отопление. У этого кондиционера очень стильный дизайн и компактная конструкция. Также энергопотребление у него класса А. В классе кондиционеров, даже с инверторным приводом, среди любых других марок, этот кондиционер потребляет электроэнергии меньше всего. Немного о функциях кондиционера. Помимо основной функции, таких как охлаждение, обогрев, осушение воздуха, у этого кондиционера есть функция авторестарта. Этот кондиционер может охлаждать также вас и зимой при низких температурах. Есть функция подключения к мультисплит-системе, когда у вас один наружный блок и несколько внутренних. Опционально можно подключить к нему проводной пульт. Есть функция таймер отложенного включения и выключения, функция группового управления, подключение к системе диспетчеризации. Ну и также очень важная функция архив неисправности.